наши звери кушают только качественное сено, собранное своими руками. Такому сену позавидуют самые блатные животные. Наш котик на прогулке, он выходит ловить мышей. Какая послушная собака. На этом участке будет небольшая ферма. Черенок выполнен из ясеня. Вот здесь пилили. Он как наши деды, прадеды делали. Никакие. Так он будет служить 10 раз больше, чем сейчас наш магазин. Это ясень. Раньше с ясеня инструменты все делали. Как пружина работает. Вот, пожалуйста. К нам приехал в гости из Еревана Николай Армикович. Что, баран с коровой не гулял. Лошадь с коровой не гулял. Можно всяких. Будет вот так красиво, аккуратно. Места, и будет толк. А если ты думаешь опускать так, будешь что иметь, с воздуха ничего не иметь. Надо за ним следить. Качество. Прежде чем купить, надо место делать сначала. Если место делать, все остальные будет плохо. А если места нет, в грязи, под снегом ничего не будет расти. Молодцы. Вообще, Юрьевич, хозяйство. Подпишись, чтобы не пропустить новые видеоролики. Если у вас нет аккаунта Google+, вы можете следить за нами на сайте pradik01.rf в разделе видеооператоры и видеографы Александр и Сергей. Оставляйте свои комментарии, что бы вы хотели видеть в следующих видеороликах.